Альберт Бектемиров. Живу в Москве. Мне 82 года. До 53 лет я был геофизиком, сейсморазведчиком, кандидатом наук. Но в 90-е годы пришлось стать предпринимателем. Вместе с женой и другом мы основали журнал «Новый дом» и успешно его издавали 11 лет. В журнале я был и директор, и художественный редактор, и дизайнер, и фотограф. К тому времени, когда мы завершили издание журнала, появилась цифровая фотография и методы ее обработки. И тогда я от художественной фотографии, которой занимался с молодых лет, перешел к цифровой живописи. И занимался ею довольно долго, до 16 года. В это же время я занимался в студии интуитивного искусства при Союзе художников России, членом которого я являюсь. Преподавал в этой студии и председатель секции интуитивного искусства Гудков Александр Сергеевич. И вот в 2016 году я впервые перенес свои цифровые работы, цифровую живопись на полотно. К тому времени формат цифровой живописи меня перестал устраивать. Меня спрашивают, какой у меня творческий метод. Ну, вопрос абстрактный, непростой, ответ еще сложнее того. Говорить об этом очень непросто. Но я попробую рассказать это на примере вот картины, которая называется «Разрыв». Рассказать об этом методе. У меня большое количество цифровых эскизов. Просматривая их, я наткнулся вот на эту красную голову. Мне показалось, что в ней есть потенциал. Она, безусловно, она была в другом виде. Когда я начал переносить на полотно ее, я еще не знал, что получится. А получилось... Драма молодой любви. Молодой человек в гневе. Он говорит, все кончено, я уезжаю, я уплываю. Девушка в отчаянии, в непонимании. Он говорит, все кончено, девушка страдает. Вот таким образом в результате я могу сказать, значит, первым элементом метода является непредсказуемость, ну или интуиция. Тут трудно сказать, можно между ними знак равенства поставить или нет. Ну так условно, значит, интуиция. Таким образом, первая составляющая метода – это интуиция, а вторая – это то, к чему я стремлюсь во всех своих работах – это экспрессия. Что это? Это выразительность, это динамика, это напряжение, столкновение, страсти, эмоции и так далее. Вот таким образом, значит, о своем методе, его основные составляющие, значит, интуиция или непредсказуемость и экспрессия. В завершение я хотел бы пробежаться быстро еще по нескольким работам, которые, мне кажется, являются тоже результатом этого метода, который, ну, скорее всего, нашел меня, наверное. Эта картина называется «Автопортрет», одна из ранних работ. А мои друзья, ну, в шутку или всерьез, говорят, что они находят сходство со мной в этом портрете.
Идем далее. Картина называется «Растаяли льды Арктики». Картина на актуальную тему о потеплении климата. Растаяли льды Арктики, поднялся уровень мирового океана, затопил низменные части континента, в результате на поверхности железнодорожные насыпи, автомобильные трассы и так далее. Теперь я сдвигаю мольберт. И мы смотрим следующую работу. Называется она «Дочь рыбака». Это девушка из глубокой провинции, но в голове у нее компьютер, и она мечтает о завоевании мира. И последняя работа – портрет Регины в кресле. Тоже вот как бы не, она как-то появилась для меня непредсказуемо. Я не могу ее повторить или что-то подобное после того, как она появилась. Благодарю за внимание и за терпение.